Как насчет того, чтобы мы рассказывали друг другу истории? Я просто не очень хорошо умею рассказывать истории. Да ладно вам, мои любовные истории. Хорошо. Этот парень встречает эту удивительную девушку. Она никогда не ездила верхом. Я с удовольствием. Они едут обратно к ней домой. Этот особняк в лесу. У нас есть несколько таких поместий. В этом есть смысл? Вы богаты, а потом они целуются. Сказал, что никогда раньше не целовался. Вы могли бы сделать со мной все, что захотите, заставить меня исчезнуть. Ну, что вы имеете в виду? Вы ведь не женаты, не так ли? Не в данный момент? В данный момент нет. Что это такое? Здесь кто-нибудь есть? Насколько я знаю, нет. Давайте поиграем в игру. Я не играю ни в какие игры. Давайте поиграем. Люси, здравствуйте. Я думала, что мы здесь только вдвоем. Но вы все еще не понимаете, что происходит. Вы понимаете, что? О боже. Я устал. Мне нужно домой. Нет, это не так. Вот как это заканчивается? Кто сказал что-нибудь о прекращении?